Представляю учебник «Качественные и количественные методы исследований в психологии». Автор – доцент, кандидат психологических наук Наталья Петровна Бусыгина. Учебник соответствует программе одноименного курса подготовки магистров психологии. Его особенностью является то, что автор постарался устранить имеющийся сдвиг в сторону обучения психологов количественным методом и дал развернутый материал об использовании качественных методов психологии с примерами из собственных исследований. Благодаря богатому методическому комплексу издание представляет интерес не только для студентов, но и для профессиональных психологов, исследователей и практиков.